Отставка Путина неизбежна, это рано или поздно случится. Конечно, будет плохо, если он уйдет сам. Нужно, чтобы он ушел по воле народа. Народ его видеть уже не хочет. То есть понятно, что много у нас обманутых людей. Это с этим все ясно. Но тем не менее, то есть активная часть населения, которая голосовала против поправок, а это именно активисты, это я оцениваю эту цифру, сколько бы нам ни врали, это 40%, то есть около 40% России, они недовольны жестко, радикально Путиным. Но вы верите, что можно Путина убрать до 2024 года? Я не просто верю, я это знаю, это неизбежно. Вот. И то, что сейчас не будет федерального послания, этого, как его, федерального послания не будет, это один из символов. То, что сейчас крысы с корабля побежали, тоже это как бы такая символистика интересная. То есть. А то, что сейчас в Хабаровске делается, это неизбежно придет к отставке Путина. Неизбежно. Хабаровцам респект. То есть я здесь, потому что они как бы показали пример. Я очень давно хотел что-то такое сделать. У нас здесь были выборы, я был занят. Я тут только время от времени приходил. Но сейчас я думаю, что надо выводить всех активистов города. И здесь должны быть все. Обманутые дольщики. Те, которые дальнобойщики с системой Платон, те, которые пострадали от судебного произвола. Здесь должны быть все люди, которым вообще не безразлична судьба России. А таких людей очень много на самом деле. Вся беда наша в том, что мы разрознены. Ну так вот, рано или поздно мы соберемся, и тогда Путин вынужден будет бежать. Куда он побежит, я не знаю, наверное, Марс. На Марсе только единственное, где его будут рады видеть. Возможно, и то я не уверен. Поэтому вот вкратце так. Спасибо.